Ну и всем привет, сегодня я мистер Литрон, и сегодня я снимаю видео тест-драйв машинок в кар-симуляторе. Погнали! Сейчас у меня эта игрушка загрузится, еса! Давайте попробуем погонять сейчас на Nissan Skyline, потом я поменяю машину. Возьму какой-нибудь пикапчик, так, фримода выбираем. Вот, так, идет сразу же у нас музыка, музыку я выключу. Ну, напишите в комментариях. Если хотите с музыкой, то я могу, в принципе, ставить музыку. Так, напишите в комментах, как вам, лагает, не лагает на запись. Просто у меня сейчас вообще ни одного лага. Ну, сейчас, наверное, будут, потому что будут карты там всякие загружаться. Да, вот сейчас чуть-чуть подлаганет. Все, вообще ни одного лага, я не знаю, что такое. У меня, знаете, что, вот, если у вас так же, то напишите в комментах. У меня почему-то, вот я, например, иду до Theft Auto, я ее начинаю записывать, например, ну вот на слабом качестве, чтобы она у меня включилась, и она у меня не пытается. Я включаю максимум, и она у меня лагает на записи, понятное дело. И представляете, она записывает. Что за магия, не знаю. Вот тут то же самое. У меня сейчас наушники, которые требуют, ну так нормально, они подключены. Еще я сейчас, ну, нормально все. Вот. Так, давайте посмотрим, что у нас с машиной случилось. Так, у нас уже бампер у капот. И сзади вот фара со спойлером погнулись. Так, давайте ее еще раз поубиваем. Так. Ой. Машине этой у этой машины сейчас просто боль. Просто дичайшая боль. Все, она уже вся искоцанная, вся исфигаченная. Это какой-то полный капец. Так, давайте вид от первого лица включу. Вот. Графика тут, конечно, не такая уж крутая, не как GTA 5, это понятно. Но машины хорошо сделаны. Вот это вот все. Давайте сейчас тогда еще куда-нибудь врежусь и выберем другую тачку. Так, ай, все. Ой, давайте попробуем починить. Не, ну починка тут просто сделана классно. Я прям фанатею, так делается вообще классно. Так, давайте сейчас какой-нибудь пикапчик выберу. Давайте, ну, например, ну, давайте вот этот вот пикап от Mitsubishi. Этот вот пикапчик у меня взломанная, наверное. Просто я впервые вот эту игру играю, но у меня взломка. Вот, ой, все. Задник помят уже был. Только что так все едем. Опять ни одного лага. Баг я вам покажу в конце этого ролика. Вот, как попасть под текстуру, я его назвал. Вот, а сейчас чуть не врезался. Так, все, погнали на оффроуд. Это вот эта вот локация называется оффроуд. Вау! Вау, 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 чувак! Чуа-чуа, чуа-уа. Сейчас я тебя убью, машинка. Он не такой, что и быстрый этот пикапчик. Ну, такой себе. Ваху! Нифига как. Так. Вау. Смотрите, сейчас будет летающая машина. Летающая машина! Он какой-то вообще крепкий. Вот я на нем сколько уже не врезался, он все, ну, чуть-чуть только помялся. Значит, сейчас еще тогда 3 повреждения им попробуем сделать. Так, первое повреждение было. Это не повреждение. Так, сейчас я попробую тогда залезть на вот эту гору на нем. Ну, потому что на нем невозможно на эту гору залезть-то точно. Да. О! Ой. Ладно, давайте на пикап на этом закончим. Так, помялся задник и бампер. Чинись. Все, починили. Так, давайте сейчас возьмем какую-нибудь гоночную, а потом возьмем еще какой-нибудь пикапчик и на этом закончим. Ну, не пикапчик, джип какой-нибудь, внедорожник. Так, давайте сейчас я какую-нибудь там возьму быстренькую такую тачку.
Какую бы взять, вот даже и не знаю. Может быть, вот такую вот аудюху. Давайте вот такую вот аудюху возьму. Не знаю, какая модель. На эту что, Audi. Не знаю, там Audi 10, Audi A8, там не знаю. Вот, какая-то именно. Ой, она какая резвая. Ого. Худо, уже что-то на ней помял, потом лучше починюсь. Она быстрая, вон какая, нифига. А, еще после, вот сейчас я на этой тачке погоняю, потом еще возьму какой-нибудь джип, и потом вам покажу бак. А, что с игрой? У меня что-то сейчас с игрой было, она просто у меня какая-то была бешеная. Так, я хочу делать вид от первого лица. Вау! Вот тут бы slow motion бы еще бы добавили, вообще бы классно бы было. Вот это вот я... Это что это сейчас было? Это не тот баг, который я хотел показать. Я вам совсем другой я хотел показать баг. Ой, что-то собрал. Нифига себе, как под текстурки попал. Классно, блин, было. Вау! Там стена хоть невидимая, хорошо. Уаху! Едем дальше. Уаху! Нифига себе! Нифига, как ее крутит, вертит. Ой, 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 ой. Ну, я сейчас вот попробую сейчас еще вот помощью вот этой вот игры что-нибудь сделать. Ой. Ёлки. О, как тут все помято. Ой, это капец. Давайте ее тогда я починю. Оп. Чик, починилась. Так, выбираем пикап. Ой, не пикап, а джип. И пробуем на нем что-нибудь сделать. Я хочу взять вот такую беху. Такую беху, не помню. Я ее вроде бы красил или не красил, не помню. Тут можно покрасить машины. Сейчас вам это покажу. Так, я сейчас помял уже задник себе, сейчас его починю. Так, все, едем обратно туда, на оффроад. Бэха, такая вот у нас сегодня будет. X5 или какая-то. Не знаю я точно какая-то, но знаю то, что это бэха. И все, и на этом знание мои... Почему он назад едет? О, все, починил. Вот это не сделал. Так, сейчас я вам покажу то, что тут можно красить машину. Да ё-моё, чинись. Во, все. Вроде починил. Так, погнали. Уу. Нифига она как. Держится еще, однако. О, это же... Держись. Ладно, давайте я пока что ее починю. Это пока что не оффроуд у нас еще. Ну, это еще пока не тест-драйв. Ой, ё-моё, давай едь уже. Все, так вот мы заезжаем. У нас идет загрузочка вот такая вот. И тут вот мы выбираем цвет и за рекламу можем покрасить машину. Но мне и такой цвет по душе. Мне как-то синяя бэха как-то более нравится. Мне кажется, то, что синий цвет у бэхи, это вот именно вот ее цвет. Так, все, погнали. Так, пока что все хорошо у нас с машинкой. Камень! Так, вмяли бампер. И все. Машина, понятное дело, продолжает ехать. Ой, 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 ой. Так, тут ничего не помялось, смотрите. Вообще ничего не помялось. Только, а, зеркало помялось и бампер задний. И все, больше ничего. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сити. Ой-ой-ой-ой. В реальной жизни уже бы в машине бы все кранты бы были. Вот это вам все равно не Бимиджи Драйв. Ой, ну те, кто играли, те, кто знает, что такое Бимиджи Драйв, те меня поймут.
Ой, ха, нифига себе, смотрите, там вон щелька в двери. В двери. Давайте сейчас тогда еще куда-нибудь врежемся, и на этом тест-драйв окончится. Так, давайте сейчас я что-нибудь тут попробую. Вот с этой вот горой. Что-нибудь как-нибудь треснуться. Ой. Все, тормози. Так, что у нас? Задник перед вмялся. И задница он вся. Чиним. Все починилось. Так, теперь я вам тогда покажу баг, который здесь есть. Так, выбираем гараж, и нам нужна самая быстрая машина, которая здесь есть. И мне кажется, то, что это вот это. Ну, мне она просто нравится здесь больше всех. Вот этот баг я нашел вот здесь вот в городе, как попасть под текстуру, я его назвал. Так, давайте сейчас я найду это место. Ой, разбил машину. Сейчас все починю. Ну, это, в принципе, никакого значения не имеет. Сломанная у вас машина, нет? Так, все, погнали. Сейчас нам надо максимальную скорость развить. То есть, ну, очень быстро разогнаться на этой машине. Так, все, гоним. Гоним, 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 гоним. Гоним и... Бамс! Вот, все, мы попали под текстуры. Мы летим, летим, летим. У нас игра зависает, и мы появляемся вот здесь. Вот такой вот баг. Ну и всем удачи, всем пока, всем спасибо за просмотр. Ставьте очень много лайков, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Забывайте про мое рекламное агентство, про мою группу ВК, про мой инстаграмчик. Всем пока. До свидос. Амигос. Амигосы. До свидосы. Ой, машинка, машинка. Сейчас будет трансформер. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ё-моё! Фух, обошлось. А нет. Летающий автомобиль!